Друзья, привет! Всем добрый-добрый день! Вы снова на моем канале. Сегодня буду готовить гречку в сковородочке. Для этого нам понадобится морковочка и лук. Морковочку и лук я нарезала полукольцами. Добавила сюда перец и добавила сюда соль. Вот она у меня немножко промариновалась. Я его добавляю в сковородочку. Теперь добавляю немножко растительного масла. Это не растительное масло. Три ложечки растительного масла добавляю, чтобы она у меня поджарилась. И добавляю гречку. Гречневая крупа вот такая у меня рассыпчатая. Я ее предварительно перебрала от камушков, промыла в двух водах и замочила на ночь горячей водой, стаканом горячей воды. И она у меня вся готовая для варки и жарки. Все добавляю в сковородочку. Будет гречка у меня готовиться в сковороде. Дорогие друзья, пойду готовить гречку. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом видео.